И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр. Ну, в общем, вы это и так прекрасно знаете. В общем, в игре Варк на сервере Саваш, это вы все прекрасно знаете, так как и мои видосы, дополнительные видосы, смотрят лишь только те, кто непосредственно подписан на меня. Суть-то дело в чем? Мне прислали, точнее, дали вот такую вот виверну, приручен PvE Wild Gods, подарок от души, в скобках глушит. Ну, как я понял, накидывает торпор. Это ядовитая виверна, по идее, должна быть. А, кстати, да, можно переименовать же, да? Изменить имя. Принять. А, Eternal Виверна. Ну, это, походу, дело все-таки, которое оглушающее. Вот, она никак не бьет, то есть она чисто ударяет и все. То есть, ну, ударяет, хватает и так далее. В общем, такую вот виверночку прислали. Ну, как я уже не раз говорил, мне не нужно. Мне не нужно подарков, а именно в том плане, что, кстати, да, вот это вот все, это все внутри нее находится. Мне не нужно все это дело, мне не нужны динозавры. Все, которые динозавры мне нужны, я их томлю по мере поступления, то есть по мере возможности, я бы даже так сказал. То есть, когда мне нужно, тогда томлю. Место появилось, тогда томлю. Что, как, где, вы, конечно же, все увидите в сезоне. Эта серия, так сказать, через неделю, то есть по факту, вот вы во вторник, в следующий вторник будете смотреть выпуск, и вот это вот снято после уже этой серии. Вот, и мне это все не нужно, и, то есть, вот это вот виверна, поэтому я скажу парням, чтобы они забрали ее обратно, если они не заберут, то я скажу администратору, чтобы удалила эту виверну, чтобы, ну, не было лишнего динозавра, так сказать, здесь бегающего. Вот это все я возьму, так как это все я могу сам выбить, я это все сам выбиваю, это мне все пригодится, все это я могу сам сделать, то есть как бы с этим проблем нету, поэтому это я все возьму. Вы поймете почему. Кстати, вот этот лук, да, на 306 у меня примерно такой же есть на складе, вот, поэтому как бы с этим проблем нету. Арбалет примерно так же. То есть, по факту, это, так сказать, маленькое дополнение. Бутыли тоже могу создавать в большом количестве. Как говорится, обо всем вы узнаете потом. Сейчас вам маленький спойлер. Просто решил выложить серию заранее, чтобы все-таки людям уже сейчас была известна судьба, что, да, как, где. И, так сказать, мое мнение было и сразу же известно об этом все. Как я уже говорил не раз, единственное, что мне нужно от подписчиков, это лишь то, что я прошу. На данный момент я ничего не прошу, хотя мне много что нужно, но я это не прошу, так как, ну, смысл тогда играть и развиваться, если я буду все просить у вас, моих подписчиков. Вот, поэтому как бы такие вот дела. В общем, как я уже сказал, я напишу этому клану, этому трайбу, ник PvE Wild Gods. Вам огромное спасибо, да, еще раз огромное спасибо, все-таки. Если они не примут эту виверну, кстати, обратно я не поворачиваюсь из-за того, что там изменения, которые еще нет у вас в сезоне, поэтому я и не поворачиваюсь. Итак, вы видели, а может, и не видели, там, левел мой и так далее, то есть, ну, как бы, такие вот. В общем, вот это все я забираю, за это огромное спасибо, это просто мне создавать, так сказать, меньше, особенно стрелы, мне их меньше создавать придется, и это хорошо. Вся проблема в них со стимбре, как бы это ни звучало глупо, но вся проблема именно в стимбре, их нужно много лутать, вот. И это, конечно, очень хорошо, что у меня сейчас столько будет стрел. С этим тоже проблем нету. С этим проблем нету. С этим проблем нету. Совсем проблем нету. То есть я все на данном этапе развития я могу добывать абсолютно все, что мне сейчас дали.
Ну, я бы даже так сказал, это все у меня есть, кроме вот такого количества стрел. Ну и вот такого количества бутылей, мне просто их столько не нужно. На этого мне хватит до конца сезона теперь. Так что огромное спасибо, мне их создавать теперь не нужно. А вот, такие вот дела. А, ну, кстати, да, вот еще вам спойлер, это фундаменты, я просто их расставил, чтобы здесь никто ничего не строил. А вот, и пока что у меня только задумка о том, как делать свой прекрасный дом. Все. Вот, в общем, народ, такие вот дела. Если кто увидел с какой-то спойлер, молодцы. Напишите в комментариях, если в какой-то спойлер еще увидели, помимо того, который я сказал. Кстати, арбалет. А, арбалет, но лук-то у меня сразу же сюда экипировался. Вот. Ну и, кстати, да, вот они, всякая фигня. То есть, ну, металлические броня, кстати, вот это все, это я выбивал металлическую броню. Вот. И какую мне дают. То есть, примерно все то же самое. Суть вы поняли. В общем, все. На этом уже точно все. В общем, огромное спасибо. Подарков мне не нужно. В следующий раз я видосы снимать не буду. Я буду сразу же писать в чат. Заберите обратно, либо это удаляется. Если он нет, то есть не забирают, либо я сам убиваю. Ну, как вариант, я буду просить деспавнить. Так как убивать все равно мне жалко. Все. В общем, на этом все. Всем удачи, всем пока.